გამარჯობა მეგობრებო, ძალიან მიხარია რომ კვლავ უყურებთ ჩემს დამოუკიდებელ გადაცემას YouTube-ზე, კობერიძე online. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თუნდაც მომცემთ რომ გამოიწეროთ და დალაიქოთ ჩემი ვიდეოები. დღეს ჩვენს სტუმრად გვეყოლება რუსეთის რეჟიმის მიერ დევნილი რუსი ჟურნალისტი არკადი ბაბჩენკო, რომელსაც დაახლოებით იგივე გადახდა, რაც ერთი წლის წინ გადახდა დაახლოებით იგივე, რაც ახლა ხდება გიორგი გაბუნიას თავს. და ამიტომ ჩვენ გვექნება ინტერვიუ ცხადი ამ თემაზე და რუსულ ენაზე, თქვენ კი გექნება შესაძლებლობა რომ წაიკითხოთ ტიტრები ქართულად. Особенно я გადავდივარ რუსულზე, мы переходим на русский язык, потому что у нас в гостях сегодня, у меня точнее, в гостях сегодня российский журналист, преследуемый кремлевским режимом Аркадий Бабченко, с которым год назад случилось практически то же самое, что сегодня испытывает грузинский журналист Георгий Габуния. И Бабченко, и Габуния преследуются людьми, ассоциированными, по официальной версии расследования, людьми, преследуются за свою журналистскую деятельность, за форму и за те слова, которые они говорят по отношению к Кремлю. Аркадий, здравствуйте. Я очень рада, что вы присоединились сегодня ко мне. Здравствуйте. Но только я бы все-таки не сказал, что я российский журналист, потому что российский – это значит ассоциировать себя с Россией, а я себя с этой страной уже не ассоциирую на 100%. Единственное, что меня с ней связывает, это то, что у меня до сих пор только в кармане лежит книжка с двуглавой курицей, и пока мне просто не удалось от нее отказаться и получить других документов. Я же украинский журналист, все. Я понимаю, я просто имела в виду по происхождению вы из России. Ну, сегодня вы украинский журналист, понятно. И мотивы ваши тоже понятны, естественно. Я читала ваш пост, ваш отзыв по делу Габуния на вашем личном фейсбуке, который вы сделали на прошлой неделе. Между вашими делами, мне кажется, есть просто какое-то техническое различие. Точнее, в вашем случае российская пропаганда утверждала, что якобы ваше убийство было заказано, и осуществить его как бы пытались так называемые какие-то ополченцы из Восточной Украины, которым просто не нравилась ваша деятельность и ваши журналистские оценки по отношению к кремлевской политике в Украине. А в случае Габуния мы имеем дело с грозным Рамзаном Кадыровым, который якобы прислал людей, чтобы убить грузинского журналиста Георгия Габуния, который год назад, вот ровно год назад, он жестко так обматерил Владимира Путина в своей авторской передаче. Вы видите связь между вашим делом и делом Габуния? Связь абсолютно прямая. Я не знаю, каких ополченцев вы говорите на те, потому что я практически на 100% уверен, что мой заказ на мое уничтожение шел от Евгения Пригожина. Это тот человек, которого называют поваром Путина, хотя он, конечно, никакой не повар. Это человек, который отвечает в Кремле за интернет-троллинг, за интернет-войну и за частные военные компании, то есть это его ЧВК. Говорят, что он курирует ЧВК «Вагнер». Именно ЧВК «Вагнер» обвиняет в убийстве Архана Джамаля с Расторгуевым, 3 российских журналистов в ЦАР и так далее и тому подобное. То есть, ну и следы моего дела, они все ведут туда, в Москву, через пивоварника, через этот фонд Путина, про который он сам лично говорил, находясь в Питере. Ну, то есть это все абсолютно одно и то же, да? Только Габунию взял на себя Рамзан Кадыров. Я думаю, это его, может быть, ну, наверное, его личное было, как бы это сказать-то, такое обязательство, партобязательство, да, взял он на себя. А у меня это шло через другую ветку этой гибридной власти. В остальном все одно то же самое. За слова, попытки убить, за слова, попытки найти или подослать киллеров, или найти их на месте только за твою журналистскую профессиональную деятельность в другой стране. Как по мне, это абсолютно идентичный в общем случае. Аркадий, скажите, пожалуйста, как вы думаете, все-таки на каком уровне принимаются решения избавиться от того или иного журналиста или политика? Пригожин или Кадыров, они могут, собственно, лично принять такое решение? Или все-таки это заказ самого президента Российской Федерации, который, всем известно, что является достаточно-таки обидчивым человеком, и на совести которого убийство и преследование очень многих журналистов, политиков, блогеров, людей, которые высказываются против политики Путина? Я не думаю, что такие решения принимает Путин, потому что Путин столько раз говорил, что он вырос в питерской подворотне, и жизнь его учила улица, и что он рос в бандитских всех этих понятиях. Ему просто не по понятиям как раз-таки принимать решения такого уровня, да, потому что где Бабченко и где Путин просто несопоставимые уровни, поэтому ему впадло такими делами заниматься, конечно, самому. Но в случае с Габунией, по-моему, все понятно, Рамзан Ахматович уже все сказал прямым текстом. В случае со мной «Новая газета» выпустила два огромных материала, посвященных как раз Иосифу Пригожину, его фабрике троллей, интервью с человеком, который работал в этой фабрике троллей, где он рассказывает о том, как он лично организовывал убийство или ездил избивать и убивать блогеров, неугодных Пригожину, да, о том, как он ездил избивать в Псков. Убили они в Пскове тогда этого парня, человека, блогера, у которого было 30 подписчиков, и который просто что-то не то написал про Владимира Путина. И вот туда из Питера была отправлена вот эта ликвидационная группа, где они путем инъекции этого человека убили, да. Как они ездили в Сочи или в Краснодар, или в Сочи, я уж не помню, куда там, избивать другого блогера, видеоблогера, который что-то не то хорошее сказал про Путина, нехорошее сказал про Путина. И туда тоже отправился отряд, но там закончилось только переломом челюсти, но человек понял, замолчал, да. И вот этот человек, Ампилонский, что ли, или Ампилов, что-то так его фамилия, я уж сейчас не помню. Вот он говорит, что да, приказ отдавал в этом случае лично Пригожин. Потому что дело в том, что и Путин, и Пригожин – это те самые люди, которые не понимают, что такое интернет, не понимают, как он работает. Вот они понимают, что такое телевидение, они понимают, что такое газеты, но что такое интернет они не понимают. Да? И вот этот вот руководитель, который поставлен ответственным за кибервойну, натыкается в интернете, где какой-то псковский блогер с 30 подписчиками сказал, что Путин ай-яй-яй бяка, и он туда на полном серьезе отправляет ликвидационную группу, чтобы убить этого человека. Вот это примерно их уровень понимания работы и своей задачи, скажем так. Да? Поэтому с таким уровнем профессионализма, да, я охотно, то есть я не то, что охотно верю, я просто других вариантов, собственно, не вижу. Ну, понятно, что Пригожин или, может быть, Кадыров в данном случае как бы являются правой рукой, да, в каких-то делах, ну, в том числе в этих делах Владимира Путина. Ну, вот вы специалисты и по международному праву, и известный журналист. Как вы думаете, вот может быть такое случится, что вот в принципе все-таки чисто юридически будет возложена как бы вина на режим, лично на Путина, за то, что у него в стране вот такой режим? Ну, когда-то будет, других вариантов, собственно говоря, и нету, да, только для этого должно состояться поражение России, как это было, скажем, с тем же Гитлером, с той же Италией, как это было, да, как мы недавно видели, это с Пиночетом происходило, да, его пытались судить. Правда, так ничего не вышло, но, тем не менее, судить его пытались. Хоть 90 лет и пытались. Как то же самое произошло с Милошевичем, как то же самое было с Международным трибуналом по Руанде. Другое дело, что для этого всего нужны отдельные юридические инструменты. Да? Просто международное право говорит о том, что в этом случае создается отдельный международный суд. Их было всего два по Югославии и по Руанде. Но тем не менее, мы сейчас видим, что начался суд по Боингу, это уже международное расследование. Возможно, если этот этот суд может стать, ну, не то что прецедентом, да, потому что там четверо обвиняемых, и никого из высших юридических лиц, на них высших руководителей государства нет в этом процессе в качестве обвиняемых. Но тем не менее, если будет доказана вина этих людей, это автоматически повлечет за собой вину России, и дальше уже можно будет говорить и о вине первых лиц государства, да, это уже будет прецедент. Но для этого, опять же, повторюсь, нужно будет поражение, ну, как минимум, этого режима. Аркадий, вы знаете мотив, почему матерился Габуния? Вам известен мотив? Почему мог материть так жестоко? Нет. Я не настолько в курсе этого дела, но а какие тут могут быть мотивы? Достаточно он открыть новости, почитать, и мотивов хоть вот так вот, просто других слов уже сложно найти. Ну, наверное, вы имеете в виду все-таки политику, кремлевскую политику по отношению к Грузии, да? Вы это, ну да, безусловно, вот эта вот попытка, насколько я помню, все же это произошло после того, как очередной какой-то московский там коммунист сел в парламенте Грузии в кресло спикера, и вот это вот вызвало взрыв, если я не ошибаюсь. Да, это был такой символический как бы акт, против которого, значит, естественно, большая часть грузинского населения высказала свой достаточно такой жестокий протест. Что касается высказываний Габуния, я вам могу сказать, что, может быть, некоторым, конечно, не нравится форма, в какой форме он это сделал, но я уверена, что большинство граждан Грузии согласны и с мотивами, и даже со словами того, что сказал Георгий Габуния, и люди его поддерживают, в принципе, в этом. Мотив, основной мотив протеста грузинского населения – это оккупация, которая уже много лет происходит, которая официально просто признана после войны 2008 года. Аркадий, вы были в Цхинвале, вы освещали тогда от «Новой газеты». Я должна откровенно сказать, что когда я ваши тексты читала, я видела, то есть я понимала, что у вас было такое чувство непонятности, вы не до конца как бы понимали, что там происходило, но, в принципе, ваша позиция тогда была как бы на стороне политики Кремля. Потом вы резко поменяли свою политику. Вы считали, что Грузия напала на Южную Осетию, но через несколько лет вы резко поменяли. С чем это было связано? Почему вы по-другому стали оценивать события 2008 года? Моя позиция никогда не была на стороне Кремля. Я против конкретно Владимира Владимировича Путина был с того самого момента, когда еще никто в мире, наверное, не был против Владимира Владимировича Путина. Это был декабрь 1999 года, когда я находился в Чечне и узнал, что у нас произошла в России операция «Преемник», и царь назначил нового царя. Вот с тех пор я был против Владимира Путина, на данный момент это уже 20 лет, да? Так что я никогда не был сторонником политики Кремля. Я, может быть, наверное, был не то что сторонником, да, но я как бы был, я не скажу даже патриотом, да, но я как бы был, у меня была такая позиция: моя страна не права, но это моя страна, да? Россия сукин сын, но Россия наш сукин сын. Все-таки я был гражданином этой страны, да, я знал эту армию, я, в конце концов, в этой армии служил. Я пытался там этой армии после войны в Чечне, после Чечни там находить какие-то костыли, какую-то материальную помощь, там устраивать инвалидов, да. Но человек же не рождается, не бывает так, что человек родился, огляделся и там в 5 лет или в 7 лет пошел в детский сад и сказал: да, блин, эта страна говно, мне не повезло родиться в говенной стране, давай-ка я буду адекватно смотреть на мир. Да? Прозрение приходит долго. Все мы, в конце концов, рождаемся в той или иной мере, если не патриотами, то любящими свою родину людьми. Вот я жалел и любил свою больную Россию, как я тогда думал. Да? То есть я был таким типичным русским либералом. Потом, опять же, вы не забывайте, что такого зомбоящика, как во время с Украины, во время Грузии, все-таки не было. До этого момента телевидение российское все-таки еще не превратилось в такую помойку. представить там какой-нибудь Шенина или Норкина с ведром дерьма, избивающего там украинских депутатов, это не депутатов, а делегатов, это невозможно. То есть российское телевидение тогда действовало по принципу 40/60, да? 60% правды оно все-таки давало. Мы знаем, что оно местами врет, но в целом, наверное, оно все-таки какую-то правду говорит. Я бы не сказала это по отношению к войне 2008 года. Как раз все было. Вот. Это был первый случай. Вам-то все сразу стало понятно в Грузии, да? А нам-то в России еще ничего не было понятно. Мы привыкли, что, наверное, что 60% правды-то в телевизоре все-таки есть. Я поехал с таким посылом, что... Врут, конечно, собаки, но в целом-то они же врать не могут. В целом-то, наверное, действительно что-то там произошло, и, наверное, действительно Грузия решила восстановить свою территориальную целостность, потому что мне, например, это легко было понять, потому что Россия пыталась восстанавливать свою территориальную целостность, да? И я только уже потом, даже не на месте, уже потом, через какое-то время начал понимать, что, не, ребята, вранье-то было все 100%. И... Извините, если можно, уточните, когда Россия старалась восстанавливать территориальную целостность? Для ясности, чтобы... Это то, что подавалось в России под восстановлением территориальной целостности, и первая война в Чечне, и вторая война в Чечне. Это был такой, это российский термин, восстановление территориальной целостности, восстановление конституционного суверенитета. Это так тогда в России называлось. Да, поэтому свою рубашку проще, легче примерить на другого, да, чем просто ее снять и поменять. И до меня-то доходить все стало, я повторюсь, даже не во время грузинской войны, а после грузинской войны. Мне потребовалось еще несколько лет. А все окончательно стало понятно, конечно, уже после Украины. Вот в 2014 году у меня мозги окончательно встали на место, и только в 2014 году я действительно все понял, и чем является эта страна, и что там происходит, и что было в Грузии, и что было в Чечне. Ну, извините, мне на это понадобилось 35 лет, в конце концов, с рождения. Ну, вы не первый, в принципе. Например, в 2010 году у меня было интервью с Борисом Немцовым, который прошел практически тот же самый путь, у него было другое отношение в 2008 году, и в 2010 он буквально каялся в том, что тогда поверил как бы путинской пропаганде. Как вы думаете, насколько сильно влияет путинская пропаганда сегодня вот лично на ваше состояние, на то, как к вам относятся граждане России, ваши бывшие коллеги? Есть вот это влияние, оно опять сохраняется? Потому что велась очень такая ожесточенная кампания против вас в прошлом году. Ну, лично на меня, конечно, путинская пропаганда уже абсолютно не влияет, потому что, ну, извините меня, все-таки 4 войны, это была хорошая прививка, чтобы понять, что к чему. Я, в конце концов, понял, Немцов вот тоже понял, да, проблема в том, что у нас таких понявших единицы, действительно там единицы. И то это нужно лично столкнуться, да. Что касается влияния на моих коллег, которые остались в России, вы знаете, мне стало совершенно все равно. Вот после того, когда началась эта волна предательства, это было действительно больно, да, потому что я тяжело схожусь с людьми и точно так же тяжело с ними расстаюсь, да, и когда человек, которого ты считал там своим, ну и наиближайшим другом, начинает там писать, например, какую-нибудь статью о том, что Аркаша нам друг, но истинно дороже, или «Новая газета», в которой я проработал 7 лет, я плоть от плоти ее, не она моя плоть от плоти, а я плоть от плоти ее, да, я себя просто в другом месте никак не представлял. Или вот шеф-редактор начинает писать, что шеф-редактор «Новой газеты», в которой я проработал 7 лет, самое либеральное издание, выпускает колонку, в которой пишет, что если я встречу Бабченко, я перейду на другую сторону улицы, но... Как-то сейчас мне стало абсолютно плевать, что там с ними происходит и что там делается. Да? Вот этот разрыв, конечно, был болезненный. Я думаю, вы меня поймете как никто. Я думаю, вот меня Грузия поймет как никто в этом случае. Да? Потому что вся Грузия произошла, этот разрыв с Россией. Я думаю, что уверен, что у каждого грузина были какие-нибудь такие друзья в России, с которыми произошло то же самое. И сейчас Украина, это то же самое все происходит, да? Вот и я прошел этот путь. Это пониманию очень способствует, это глаза открывает очень сильно. Да, вы часто пишете, критикуете так называемых российских либералов, которых или очень мало, или по-прежнему они как-то находятся под влиянием какой-то там... Они не то, что под влиянием. Вот, знаете, вы поймите, там все-таки влияния нет, но там тоже глаза не до конца открылись, потому что, чтобы до конца открылись, нужно вот, как писал Солженицын, мы способны понять только ту часть правды, в которую ткнулись своим носом. Вот надо собственным носом ткнуться, да, там не пропаганда, там вот примерно то же самое состояние, в котором я находился в 2008 году. Да, мы понимаем, что моя родина преступник, но это моя родина, да. И смотрите же, в чем проблема. Проблема в том, что, да, заморячик действительно оказался невероятно мощным оружием. Самое мощное оружие Владимира Путина – это не подводные лодки, не танковые армады, не ракеты.у, это зомбоящик. И это работает. И Константин Львович Чернст свои бабки отрабатывает на 100%. Я видел, в 2014 году я видел действительно, как страна сошла с ума. Целая нация, 95% населения, они действительно сошли с ума. Это было психическое заболевание, да? Так что с этим все понятно. А с оставшимися там 3–3,5% тех, кто можно называть русскими либералами, у них просто не будет другого пути, нет другого пути, потому что сейчас тот случай, когда бытие определяет сознание, да, потому что, но у меня вот последняя точка была поставлена после взрыва этой подводной лодки «Лошарик». Помните, да, там где-то то ли на Балтике, то ли в Северном море, я уж не помню, был взрыв подводной лодки с выбросом радиоактивного облака, и пару лет назад, или год даже назад, год назад. И там погибли какие-то 7 генералов, 8 героев Российской Федерации, которые что-то там вроде бы на этой маленькой мини-субмарине там искали кабели, интернет-кабели связи с Соединенными Штатами Америки. Такая типа полуофициальная версия, которая была вкинута, а вторая версия испытывали как раз вот эту вот гиперзвуковую торпеду с ядерной боеголовкой, да? И вот все мои друзья, остававшиеся еще тогда на тот момент, ну не то чтобы друзьями, но с которыми мы приятельствовали, еще как-то общались, я имею в виду, конечно, российских либералов, они все как один начали скорбеть. Вот по этим морякам-подводникам Третьего рейха, которые испытывали ядерную ракету, чтобы уничтожить весь мир. Когда начинаешь говорить, ребят, что вы делаете, да? Вот что вы делаете, о ком вы скорбите? Это чистейшей воды диверсионная группа СС, которая собиралась устраивать теракты в соседних странах, убивать людей в соседних странах. О ком вы скорбите? Если вы либерал, да, если вы за свободу и за демократическую Россию, в этом случае радоваться должны, наоборот. Но нет, там стена непонимания, да, абсолютно. Ну, это примерно как мне, наверное, тоже там, в 2007 году рассказывать, что никакая Грузия там ни на кого не нападала. Да, тоже у меня была стена непонимания, потому что, да, моя родина плохая, но это все-таки моя родина, и дыма без огня не бывает, и, наверное, что-то там у вас, Саакашвили, тоже не все так однозначно, да. Вот эту стену преодолеть там могут... Ну, сейчас осталось уже совсем единицы, да. Так что проблема не в том, как я к этому отношусь, да, или там... тяжело я переживал это предательство или не тяжело. Проблема в том, что реально целая страна сошла с ума, что у этой страны 95% действительно полностью сошли с ума на величие. Остальные туда-сюда, ну, тоже нельзя назвать их истинно здоровыми, что у этой страны есть ядерное оружие, что диктатор этой страны сейчас, послезавтра, подомнет под себя уже окончательно власть, назначит себя императором, что этот поехавший головой диктатор-император заявляет о том, что он готов к ревизионизму, к пересмотру границ, к пересмотру территориального суверенитета других стран, которые когда-то входили в его империю, что патриарх этой поехавшей кукушкой страны поздравляет свою армию с днем начала Второй мировой войны. Да? То есть там полный, абсолютный дурдом, с сильнейшей армией, с ядерным оружием, с проросшими скрепами и величием, готовым воевать, готовым наступать, имеющим ядерное оружие. Вот в этом проблема. Да, к сожалению, российская пропаганда жестоко влияет и на Грузию по-прежнему в разных ее проявлениях. На политическом уровне, я не знаю, даже по каким-то бытовым вопросам тоже. По любым вопросам вы можете... На экономическом уровне сильнее всего влияет Россия на Грузию. Именно на бытовом экономическом. Потому что 3,5 миллиона туристов в год из страны-оккупанта Друзья мои, мне кажется, каждый раз хочется вопрос, что вы делаете? Вы понимаете, что это и есть влияние гибридной войны? Что русский язык, русская культура, русские деньги, русские туристы, бизнес с Россией – это и есть втягивание обратно в имперскую орбиту, это и есть гибридное вот это вот обратно завоевывание, втаскивание Грузии обратно в свою сферу гравитации вот этой вот имперской черной дыры. Заборы ров с крокодилами, других вариантов быть не может. Извините, что я вас перебил, Надя. Нет, нормально. Я просто хотела еще спросить, как вы сейчас живете? Вы в прошлом году, когда все это случилось и стало известно, потом вы заявили, что ваша жизнь сломана. И у вас был очень сложный период, насколько я понимаю, после этого. Кто вас сейчас защищает? На что вы живете? Чувствуете ли вы поддержку со стороны международных правозащитников? Ну, понимаете, что, конечно, нюансы и детали я вам говорить не буду. Но поддержку, да, безусловно, чувствую. Сейчас, как вам сказать, знаете, когда... в четвертый или в пятый раз все бросаешь и уезжаешь с одним чемоданом в новую страну, как-то оно уже становится привычно, да? Ну, первый раз тяжело, ну, второй раз тяжело. Ну, тоже, да, действительно, жизнь сломали, да? А сейчас как-то оно уже вошло в накатанную колею, да? Единственное, что, может быть, мне было бы жалко, что ребенку приходится тоже точно так же, потому что, конечно, хорошо, когда ребенок у тебя растет в одном месте, у него друзья с детства также с ним взрослеют, и вот эти все корни, да, с одной стороны. С другой стороны, я просто сейчас не могу представить, что моя дочь бы сейчас там жила во всей этой идиотии, и в школе у них были бы вот эти вот парады с пилотками, и с дедами воевали, и так далее, и тому подобное. То есть я даже... России-то я даже благодарен за то, что они меня оттуда выперли. А другое дело, что тяжело было, конечно, уезжать из Украины, потому что Украина стала полностью моей страной, мое место в Украине, мой долг в Украине, конечно, отдавать сейчас Украине. Но сложилось так, что нам там все-таки небезопасно было оставаться, пришлось уехать, но я надеюсь, что это временно, да? Потому что свою судьбу я в дальнейшем все равно связываю только с Украиной. Но как-то так, ну вот, ездим, мотаемся. Аркадий, какой у вас совет Георгию Габуния, который пока в Грузии, который продолжает по-прежнему вести активную журналистскую деятельность, у него есть, значит, охрана и личная, и государственная. Просто различие, опять-таки, между вами еще состоит в том, что вас защищала власть страны, которая была... которая выступала и вообще действовала против влияния Кремля на Украину. А сегодня у нас в Грузии власть, против которой возникают многие подозрения и вопросы, и о пророссийской политике, которой чуть ли не каждый день заявляют даже американские конгрессмены. Ну, они даже вот напрямую не говорят обществу, не заявляют о том, что да, в самом деле... присланный Кадыровым человек планировал убийство именно Георгия Габуния. Об этом стало известно из других источников, и просто власти просто не отвергают все это, и они как бы ведут сейчас расследование. Вот какой у вас совет Габуния, который, может быть, не так хорошо защищен, как вас защищали украинские власти? Ну вот когда в Украине власть сменилась на такую же относительно более-менее пророссийскую, или, по крайней мере, направленную на то, чтобы договориться, помириться посередине, я поэтому и уехал из Украины, потому что у меня не было возможности, куда меня сейчас ребята из Альфы повезут, поедем ли мы в эфир на АТР на работу, или поедем мы уже в Харьковскую область на экстрадицию, на обмен, да? Я уже устал играть в эти игры, и поэтому этот эксперимент на себе ставить не стал. А Георгию я бы хотел посоветовать самое главное – отнестись со всей серьезностью к происходящему. Потому что, когда об этом говорит Кадыров, я бы такие слова воспринимал бы предельно серьезно. Я бы действительно очень сильно... обеспокоился вопросами своей охраны. Это не значит, что надо там зарыться в норку и действительно сидеть и ничего больше не делать, да, и там замолчать или, не дай бог, просить прощения, да. Это значит, что надо реально оценивать риски и действительно их пытаться минимизировать. Что хорошо в этой ситуации? В этой ситуации хорошо то, что те люди, которые работают на земле, да, вот те опера и те спецслужбисты, которые его охраняют и защищают непосредственно, им, в общем-то, на политику плевать. Вот у них есть задание защищать персонажа, они его и защищают. Да? Это такие бультерьеры, которым вот сказано делать дело, они и будут делать дело. Это хорошо. Поэтому максимально серьезно я бы посоветовал ему к этому отнестись, и максимально серьезно отнестись руководству его канала, и принимать не только все необходимые меры для защиты, но и включить сейчас примерно на год режим паранойи и принимать избыточные меры защиты. Вот я бы так поступил. Просто вот у меня опять-таки такой вопрос, ваш ответ меня наводит на этот вопрос. Вы по-прежнему считаете Зеленского пророссийским? Или все-таки и по отношению к Зеленскому тоже у вас изменилось отношение? Я бы не сказал, что он пророссийский, я его изначально не особо считал пророссийским. Другое дело, что те лозунги, с которыми они шли на выборы, это были капитулятивные лозунги. Они шли действительно с капитулятивными лозунгами. Договориться посередине, мир в глазах Путина, первая поездка в Париж, договоренности подковерные с Сурковым, после невыполнения которых Сурков ушел. Я уверен, что была договоренность по пуску воды в Крым, по включению формулы Штайнмайера. То есть вот полностью вот этот комплект, я бы не сказал, что он, вот этот вот комплект, капитулятивный комплект, был создан Владимиром Зеленским, потому что он пророссийский. Я бы сказал, что он был им создан, потому что Владимир Зеленский крайне непрофессиональный. Но сейчас, спустя год, украинское общество его немного вернуло в реальность. Капитуляция не состоялась, на мой взгляд, не состоялась только потому, что неравнодушные люди из руху опоры капитуляции, там, из Демсакиры, из руха ветеранов АТО, все вот эти вот люди, патриоты, выходили на банку и выходили на Майдан, и каждый раз говорили власти: вот эти красные линии не переступать. И слава тебе Господи, власть Владимира Зеленского их слышит. И она действительно не переступает эти красные линии, потому что если бы этого не было, Украина была бы уже сдана, ну, практически полностью, да, там было бы потеряно все. А сейчас украинское общество удерживает Украину от капитуляции, власть это слышит, и Владимир Зеленский отходит от пророссийской риторики, он начинает говорить действительно уже какие-то проукраинские, я бы даже сказал местами пробандеровские вещи. Но профессионализм у него все равно при этом не прибавилось, и это большая проблема, конечно. Если что, вы вернетесь в Украину, если не будет стоять вопрос вашей личной безопасности? Вопрос не в моей личной безопасности, вопрос в безопасности моей семьи, потому что я устал бояться за свою семью. А в Украину я вернусь в любом случае, я повторюсь, я свою жизнь связываю только с этой страной, и, ну и как минимум работать я буду точно в Украине. Я желаю вам успеха, и вам, и Георгию Габуния, безопасности, и успехов, конечно, в профессиональной деятельности. И благодарю вас за участие в моей программе. И вам, и Георгию, конечно, удачи и безопасности тоже. Спасибо. Спасибо, Аркадий.